Очередной этап проекта «Безопасный город» начат с установок камер мониторинга общественной безопасности в Новом Афоне. Исходя из мировой практики, применение системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка и безопасности предотвращает до 80% возможных инцидентов и помогает расследовать остальные 20%. Технические службы реализуют на базе Центра обработки данных МВД единую систему онлайн-мониторинга, что обеспечит контроль и оперативное управление зонами ответственности. Адаптированный архив позволит восстановить все оперативно значимые события. Как отметил начальник отдела информационно-технического обеспечения штаба МВД Республики Абхазия Эдуард Сергинава, данная система обеспечивает общий обзор общественно значимых территорий, также управление детализацией при осмотре выбранных объектов и перемещаемых лиц. А изображения, поступающие в реальном времени, круглосуточно будут выводиться на монитор дежурной части Министерства внутренних дел. Накопляемый опыт позволяет постоянно совершенствовать систему и алгоритмы взаимодействия служб, повышая таким образом безопасность городской среды. В рамках настоящего проекта готовятся установки обзорных видеокамер в городе Сухум.